Вбрасывание за ними, и здорово Татьявасян играет после броска «Медведей». Сразу два крупных хоккейных детских турнира прошли в мае на ледовых площадках спортивного комплекса «Дмитров». Первый – регулярный международный турнир по хоккею «Дмитров Кап» среди команд 2009 года рождения. В течение 4 дней 10 команд из Республики Беларусь, Латвии и Российской Федерации боролись за трофеи хоккейного турнира. В соревнованиях участвовал хоккейный клуб «Дмитров», являющийся командой спортивной школы Олимпийского резерва Альберта Демченко. Сначала соперники провели групповые встречи, затем состоялись финальные поединки. В результате упорной борьбы победу одержала команда «Крылья» из Лобни. Второе место занял хоккейный клуб «Адмирал» из Владивостока. На третью ступень пьедестала почета поднялись игроки хоккейного клуба «Дмитров». Лучшим нападающим турнира был признан Владимир Юрасов. Лучшим защитником – Константин Парамонов. Оба из «Дмитрова». Второй турнир аналогичный первому, только среди команд 2008 года рождения. 8 хоккейных клубов из России и Беларуси, в том числе из «Дмитрова», в течение 4 дней боролись за главный трофей. Регламент соревнований был таким же, как и в первом турнире. Сначала групповые, затем финальные матчи. По итогам соревновательных дней победителем стала команда «Крылья» из Лобни. Серебряным призером – хоккейный клуб «Дмитров». Бронзовым – «Стандарт» из Менделеева. Лучшим защитником также был признан Константин Парамонов. Лучшим нападающим – Владимир Юрасов. «Дмитров Кап» – международный турнир. Команды... Все, кто участвовали, ну и нареканий никаких не было, только слова благодарности. Я думаю, что это регулярно будет, и будем развивать детский хоккей. Сейчас закончился сезон, к нам в этом сезоне очень много из других школ хотят попасть в нашу школу. Так что хоккей «Дмитров» был, будет и будет процветать.